Так, коллеги, здравствуйте. Всем доброго дня. Скажите, пожалуйста, видно ли меня и слышно? Мы потихонечку начинать. Раскочегариваемся. Сейчас у нас проходят все технические моменты. Так. Напишите, пожалуйста, в чат, что все хорошо, что вы здесь, что у вас все работает, чтобы я был уверен, что... Так, я вижу, что много подключений звука идет еще. Все еще происходит. Так. Все видно, все слышно. Владлена, спасибо. Отлично. Так, давайте мы начнем с небольшой. Сегодня у нас будет динамично, бодро. Давайте начнем прямо сразу с небольшой такой вот разминочки. Предлагаю вам небольшую разминку. Напишите, пожалуйста, в чат самые фатальные ошибки в продвижении школы. Как вам кажется, просто сверяем часы. Как вы видите, что вам кажется наиболее значимым, что вам кажется активным? Часто, может быть, за кем-то замечали, часто видели. Разминаемся. Разминаемся, включаемся в это утро. Так, непонятные термины в рекламе. Отлично. О, да, это про танцы, видимо. Да. Видно, но не слышно. Так, вроде всем остальным слышно. Молчать о своей школе. Да. Так. Еще. У нас будет сегодня много интерактива. Формат в заметной степени будет вот такой. Я вас спрашиваю, вы мне отвечаете, даете обратную связь, и мы с вами вместе движемся. Так что приглашаю вас включаться уже сейчас. Мы немножечко подождем. Те, кто к нам еще присоединяется, вон я вижу, что очень много людей подходит. У нас такая большая страна, что у кого-то раннее утро 9 утра, у кого-то вечер, он уже ведет занятия на Сахалине и вообще не может прийти, потому что постоянно работает в это время. Удивительно прям. Все слышно и видно. Татьяна, шикарно. Очень хорошо, что вас наладилось. Так, у нас сегодня много самых разных школ. Самых разных школ. У нас сегодня и танцы, и йога, и карате, и пилатес, и детские учреждения, и чего только нет. Кстати, напишите, из какой вы. Что вы преподаете, какая школа у вас, чему учите. Александр, доброе утро. Карате. Ага, отлично. Так, еще. Танцы и пилатес. О, классическое сочетание. Йога, пилатес. Так, сальса, бачата, кизомба, Иван. Отлично.
Так. Парные танцы для взрослых и сольные Олеся. Ага. Танцы для взрослых. Понял. Йога со взрослыми, ушу с детьми. Логичное разделение. Так, ну что же, давайте мы потихонечку... О, аргентинская танго добавилась. Класс. Так, начинаем с вами двигаться. Чат у меня отдельно открыт. Любые вопросы, если есть, пишите. Я их вижу, они меня не отвлекают. Вот они у меня в отдельном, на отдельном мониторе. Вот, значит, план того, что мы с вами сегодня делаем. Танцы под джаз, блюз, рок-н-ролл. Класс, Пабло, супер. Так, мы начинаем с вами с того, что разбираем 10 ошибок в продвижении школы. Все то, что заявлено. Дальше. Я показываю вам систему, по которой мы достигаем результатов. То есть как этих ошибок не то чтобы избегать, а просто не совершать на корню. Показываю, как вы можете ее внедрить у себя. Отвечаю на любые ваши вопросы по развитию школы и, конечно, в конце дарю вам подарок. Сейчас у меня будет авторская техника для сбора отзывов с учеников. Сбора отзывов на карты, то есть на Яндекс, на Google, как с этими техниками работать. Хорошая очень разработка, которая постоянно приносит результат, и что-то я не видел ее, чтобы кто-то еще этим пользовался. Вот, поэтому оставайтесь до конца, все разберем, все покажу, все отдам. Значит, работать сегодня будем быстро, конкретно, не затягиваем, не устаем, не перегораем, все сохраняем, все фиксируем, и, соответственно, все вопросы, которые у вас возникают, большие массовые, записывайте, разбираем их в конце. Презентация не вся видна. Злата, ну, не знаю. Чем-то могу помочь с презентацией. А всем остальным видна презентация? Теперь лучше. Пожалуйста, я не сделал обсудить ничего. Пожалуйста, я очень рад, что помогло. Итак, ну что же, у нас 29, и мы начинаем наше движение. Топ-10 ошибок в продвижении школы по итогам 2022 года. Значит, я вам, соответственно, для начала представляюсь. Кто-то меня знает больше 10 лет, кто-то здесь впервые вообще не знает, кто я такой. Значит, Алексей Чертков. Я занимаюсь бизнесом последние 15 лет, создал 18 своих проектов в самых разных областях. Здесь на экране собрал свои какие-то заслуги, регалии в мире танцев. Просто потому, что мир танцев знаком мне плотно. Помимо этого, я занимался наукой, образованием, запускал рестораны, магазины, IT-стартапы, центры искусственного интеллекта, много всего. Речь не об этом. Речь о том, что я помогаю руководителям школ и онлайн-проектам внедрять системный подход в свое дело и выводить свой бизнес на новый уровень. То есть я сейчас вот собрал весь свой опыт и подготовил его для того, чтобы делиться с вами. Этим я занимаюсь последний год. Вкратце результаты за 2022. 32 школы поработали со мной плотно. Около 70 руководителей прошли какие-то разные форматы обучения. С тремя странами я работал: Россия, Казахстан, Молдова. В наставничестве у нас есть стандартные программы на 4 недели работы. Каждый устанавливает рекорды по выручке. Исключений пока не было. В обучении каждый третий окупает курс буквально до завершения. Часто вообще это случается через неделю. Вот. И каждый, коснувшийся меня, так или иначе, находит новые идеи, открывает новые возможности в развитии. В конце покажу отзыв со вчерашней консультации. Вот. Смотрите, значит, быстрые результаты, о которых я здесь говорю, это не какое-то волшебство моей методики, не чудо-таблетка или что-то еще такое. Это просто действия по системе. В них нет никаких секретных техник, они простые, они, ну, как бы очень понятны, их надо просто делать правильно, ни про одно из них не забывать. Значит, для начала мы всегда синхронизируем понимание в голове. Смотрите, я говорю сейчас про бизнес и его продвижение. Бизнес – это дело, которое приносит прибыль. Вот только про это понимание. Это выглядит вот так. То есть у нас есть прибыль и больше ничего лишнего, ни про что остальное мы сейчас не говорим. Вот там результаты одного из моих учеников в январе прошлого года, ну, год назад, мы с ним стартовали в наставничестве, в августе он проходил обучение. Вот человек идет, ба-ба-бам, повысил прибыль, ушел работать дальше. Повысил прибыль, ушел работать дальше.
Это цифры его школы, одного из просто городов России, не самого большого, но не самого маленького. Соответственно, работаем в таком формате. Годится? Начинаем, идем к ошибкам? Дайте мне каких-то реакций, и мы с вами начнем двигаться. Засыпать здесь не получится. Я буду часто обращаться к вам, обращаться к вашим реакциям, обращаться к вашей обратной связи, чтобы проверять, что вы на связи, я на связи, то, что я говорю, главное, что понятно и укладывается к вам. А не просто я тут сижу такой красивый, что-то такое вещаю. Значит, поехали. У нас по ошибкам идем быстро. Ошибка номер один. Продвижение через один канал. Думаю, все столкнулись, все ощутили на себе закрытие рекламы в Инстаграме. Ну, точно так же у нас вылетел таргет ВКонтакте, который долго-долго ремонтировался, до сих пор не отремонтировался. Контекстная реклама в Яндексе, Гугле и что-то такое. Любое упование на один канал или на одного специалиста, который мы подаем в зависимость от того, что у одного с чем-то одним что-то случится, и все. Ничего нет. Инстаграм закрыли, мы не знаем, что делать. Человек заболел или переехал в другую страну, или что-то еще у него произошло, и мы снова, оп, остались ни с чем. Значит, что делать? Мы создаем комплексную систему платных и бесплатных каналов. Я бесплатные люблю гораздо больше, работаю вообще в основном только с ними. То есть у нас есть система для школы, для артиста или для преподавателя, не имеет значения, когда у нас есть блог, у нас есть каталоги, услуги, у нас есть работа с учениками, это вообще для меня основная часть, когда мы удерживаем учеников, продвигаемся через них и через их отзывы, и через акции «Приведи друга» и используем активно, постоянно используем мероприятия города. А таргет используем только для хороших адресных предложений, которые мы отладили, в которых мы уверили и прям вот их запустили так, чтобы у нас было широкое информирование. Так, ошибка номер два. Постоянно с ней сталкиваюсь. Игнорировать то, что уже работает. Вы ведете свой блог, и люди уже оставляют вам заявки в директ. Либо вы пишете длинные тексты, их активно читают и комментируют. Либо вы снимаете классные видео на YouTube, и люди их активно смотрят, что-то такое обсуждают, лайкают, тоже оставляют вам комментарии. То есть у вас есть что-то, что уже классно работает, и вместо того, чтобы это развивать, человек очень часто начинает продолжать искать чего-то, чего нет. Смотреть куда-то и думать, да, это у меня есть, но это так, это я делаю, ну как бы, то есть мы не замечаем того, что хорошо работает, и всегда куда-нибудь там, чаще всего фокусируется на том, что мне нужен очень хороший таргетолог, я пойду вот найду этого волшебного специалиста, никогда его не видел, но найду. Вот, соответственно, решение здесь. Пересмотреть все, что у вас есть, свежим взглядом, посмотреть на это дальше. На то, что у вас уже хорошо работает и приносит вам людей. И можно даже пройти отдельное обучение по взаимодействию с людьми именно вот в этом канале. Недавно я выкладывал рилс про 1 000 000 рублей на школе танцев, который зарабатывает один человек, ведя школу самостоятельно, ну, плюс девушка-ассистентка, и у них парные танцы. Вот. И вот его история ровно об этом. Ровно о том, что он, его школа начала давать сбой, когда, соответственно, когда он решил, что нет. Вот я веду Инстаграм, у меня там все хорошо, нет, я откажусь, не буду это делать, я теперь пойду придумывать себе какую-то, я снимаю зал в большой школе, там много залов, вот буду здесь, значит, офлайн рекламу на талак ставить, что-то такое делать. Ну, то есть, лучше всегда, в первую очередь, фокусироваться на своей силе и извлекать из нее максимум выгоды. Ошибка номер три. Продвигать стандартный продукт. Зажигательная сальса, йога для гибкости и здоровья, карате, чтобы уметь постоять за себя и так далее. Все остальные прочие безликие совершенно записи считают неинтересно, потому что они не дают человеку ничего нового. С одной стороны, не рассказывают про вас, с другой стороны, дублируют для него те слова, которые в голове уже есть. То есть, когда человек у себя в голове ищет школу там, шахмат, он уже думает, что шахматы научат его или его ребенка лучше думать. Ищет школу бокса, он уже думает, что да, мы там это вот самооборона, постоять за себя, научиться там быть мужчиной и так далее. Не нужно ему это подтверждать. Нужно показать ему то, чем именно ваши занятия уникальны, вот именно приход к вам. Что именно у вас получит этот человек в
по отношению к некому стандартному способу и почему именно у вас этим заниматься классно. Так, ну здесь для примера проще всего взять просто тупо мой пример. Это было мне быстрее всего. То есть я уверен, что многие из вас получают предложение бесконечной рекламы ВКонтакте про то, что там предприниматель, эксперт, что-то такое. Приди, получи систему, которая позволит быстро увеличить доход. 3 раза, 5 раз, какие-то суммы называются. Прокачай финансовое мышление, что-то такое. Ну, то есть, как бы такая полная абстракция, никак не фиксирующая человека. То, что предлагаю вам, ну, например, я в своем курсе. Это система для продвижения школы. Она основана на моем опыте 15 лет в бизнесе. Она ориентирована конкретно под школы, не подходит для всех-всех-всех бизнесов. Это именно школа и онлайн-школы. Не нужно ничего адаптировать, никаких общих слов или там теорий. Система подстраивается под вашу личность, то есть под ваши ценности, под вашу команду, под ваш персональный стиль управления. Это не какие-то штуки, в которые загоняете себя вы. Это система, которая подстраивается, адаптируется под вас. Такая, я это называю, глубокая персонализация. В результате руководитель открывает второе дыхание, школы чаще всего перерождаются, то есть зарождается новая энергия, новая движуха, и открываются новые каналы вообще развития в школе. Ну и, конечно, гарантированная обратная связь для каждого участника. То есть у нас, видите, получается, что не просто общие абстрактные слова, а чуть больше именно моей конкретики про меня, того, что именно моя школа или моя система вам дает. Соответственно, точно так же в вашей рекламе рассказывайте про вас. Это то, что вот в начале, когда я предложил расписать об ошибках, вот Злата Оленина написала «Молчать о своей школе». Ну вот, я примерно так это понимаю. Так, дальше. Ошибка номер 4. Работает только с одним предложением. Группы вечером, индивидуальные занятия днем, ну если детские школы, группы днем. Приглашать только новичков, не приглашать больше никого. Разнообразие людей сильно, сильно больше, прям вот, ну, очень сильно больше. Соответственно, когда мы работаем только с одним форматом или с одним типом людей, мы очень сильно недозарабатываем. Когда проводим, вот, делаем эту работу на офлайн-семинарах или на бизнес-форумах, которые ведем, то там окажется, что число продуктов для школ, ну, больше 30, больше 50, если мы делаем это еще на 10 минут дольше. То есть продуктов очень много. Пробуйте разные форматы. Не останавливайтесь на классике, не останавливайтесь на базе, пробуйте остальные. Можно делать погружение на выходных. Можно делать мини-курсы на неделю, когда человек каждый день недели ходит, чему-то учится по часу. Великолепно заходят в детских школах программы на каникулах, то есть когда там городской лагерь на каникулах, человек по 4 часа учится каждый день. Дальше. Помните, что помимо начинающих, вокруг вас есть город и большое сообщество в нем. Для них можно делать интенсивы для продолжающих или привозить известных преподавателей из Москвы. Что получается? Разные форматы сильно расширяют вашу базу контактов. И на каждый формат находится отдельная аудитория. То есть мы не одну и ту же группу выжимаем из нее все соки и на буднях, и на выходных, и на каникулах, да еще и вот тебе кого-нибудь из Москвы привезем. Мы под разных людей, которые есть вокруг нас в городе, предлагаем им что-то, что интересно именно им. Подойдет для запуска онлайн-клуба по йоге в ВК Александр Хисамов. Да, подойдет. Почему не подойдет? Для всех остальных же подходит. Так, ошибка номер 5. Здесь про чуть другую часть продвижения. То есть это мы очень часто теряем людей на продажах после заявки или мастер-класса. Администратор пишет или перезванивает с задержкой, человек получает уведомление о непродающем предложении. То есть мы просто ему говорим, вы можете прийти. Ну, могу. А могу же и не прийти. Вот. И мероприятие в школе завершается благодарностью участникам, снова без предложения. Очевидные совершенно методы, вот, очевидные штуки, о них говорит, мне кажется, сейчас буквально каждый. Вот. И до сих пор вот у меня кейс лета 22 года, ко мне заходит человек со словами «все хорошо, большая школа, 4 филиала, выхожу в другие города туда-сюда, все вроде нормально». И просто, ну, в качестве технической проверки я прошу его проверить, сколько звонков из его школы. Там очень странные показатели были в
в других местах, в местах удерживаемости и в эффективности рекламы. И вот я прошу его проверить, сколько звонков из 120 полученных его администратор ответил вовремя. Ваши ставки. Сколько звонков у него заработали? Вот, 120 он проверил, там было 120 звонков за неделю, что ли, за какой-то период. В общем, мы проверили 120 звонков, и сколько администратор ответил вовремя? Давайте. 60. Так, еще вариант. 30%. Так. Все про это знают, CRM стоит, все нормально, все говорят об этом на каждом углу, мы говорим, что нужно вовремя слушать, нужно оперативно отвечать. 60-30% 0 по понижающей, почти, да. Правильный ответ 8. 8 из 120. Ну и когда мы это наладили, мгновенно оказалось, что там сколочный рекорд, больше чем за 5 лет, рекордные выручки, рекордные прибыли и так далее. Я, честно говоря, ну, не всегда считаю это своим каким-то классным результатом, потому что, просто то, что я показываю вам, на таких штуках, даже на них очень часто теряются большие деньги. И хотя они абсолютно простые. Соответственно, наладьте продажи. Наладьте, во-первых, техническое взаимодействие, так, чтобы все получали уведомления, администраторы везде уверенно и удобно для себя их получали. У администраторов есть скрипты. То есть администратор действует не просто так, не отвечает по наитию, а четко, быстро действует по формуле и продает. То есть у нас продажи должны быть и для администратора, и для преподавателя. И каждый человек продает. Продажа для преподавателя не имеет ничего общего со впариванием абонементов и вообще словом продажа. Они строятся на том, что человек получает свои результаты, и продажа – это способ продлить его удовольствие, ну или усилить эффект, в зависимости от того, какой тип результатов в вашей школе практикуется. Но это обязательно должно быть внедрено, тогда люди гораздо дольше удерживаются. Так, Светлана, как включить звук? Не знаю, включить его, настроить на компьютере. Я, к сожалению, не могу помочь. Вроде у нас тут 46 и у всех работает. Так что посмотри, пожалуйста, себя в системе. Я так удаленно не могу подсказать. Так, значит, ошибка номер 6. Не возвращает людей после паузы. То есть я бы даже назвал эту ошибку, знаете, каким-то таким комплексным словом о том, что часто человек путает продвижение и рекламу. То есть реклама – это реклама, но для того, чтобы в школе появились ученики и новые каналы прибыли, у нас должна быть комплексная работа. Соответственно, человек часто, у нас постоянно случается ситуация, когда человек пропускает занятия по совершенно нормальной уважительной причине. Отпуск, долгая болезнь, что-то случилось, какой-нибудь аврал, неважно где, на работе или в школе, если это ребенок. Ну, то есть человек пропустил, все нормально у него в жизни, он просто пропустил. И дальше он хочет вернуться, но ему не хватает буквально капелюшечки мотивации. Вот такой вот штучечки, чтобы доработать, досмотреть, куда-то дойти. Вот. И очень важно постоянно на первых этапах, первые полтора месяца после ухода, очень важно постоянно давать человеку поводы, вот так вернуться, не потеряться. Мы про тебя помним, не волнуйся, все нормально. Ты сейчас не можешь ходить без проблем, мы совершенно не, нет проблем, бережем твое место в группе, но помни, что ты можешь прийти. Здесь расчет на то, все это строится на том, что возвращение учеников стоит нам практически ничего, а приходит к нам тут же абонемент на целый год. То есть человек принесет нам 10 абонементов, и это точно стоит, не меньше. И это точно стоит того, чтобы сейчас немножечко с ним как-то поиграть, лишний раз позвонить. Значит, школа у меня была где? В Набережных Челнах. Там дважды за последний год были ситуации, когда вообще все почти чуть не разваливалось, и возрождение школы, которое в итоге случилось, которое в итоге выросло там 3 раза, случилось ровно на том, что постоянно вовлекали старичков и не теряли тех, кто только что случайно потерялся. Так, номер 7. Отсутствует вовлечение учеников в продвижение школы. Ученики – наше самое главное богатство. Прям самое лучшее, что у нас есть – наши ученики. Поэтому, если у нас мало энергии, если мы не даем им поводов нам помочь,
Ну, всегда же кажется, что все очевидно, если кто-то хочет пригласить кого-то, он пригласит. И нет нашей инициативы для призыва для того, чтобы оставлять отзывы, то, соответственно, как бы общая движуха, общий уровень энергии падает, 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 и все потихоньку останавливается на каком-то таком, ну, одном именно энергетическом уровне, с которого сложно сдвинуться. А нет энергии, нет и новых людей и новых денег. Соответственно, решение. Если вы сейчас узнали себя, это вообще мы прорабатываем практически с каждым. Срочно добавляйте движухи, добавляйте энергии, добавляйте драйва, добавляйте жизни в школу, делайте акцию про отзывы. Я покажу ее в самом конце, это будет мой подарок вам. У меня есть авторская методика, в ней ничего сложного, но ни у кого больше такой не видел. Она очень хорошо работает, расскажу все в самом конце. Не переключайтесь. Значит, великолепно точно так же работает акция «Приведи друга». И делайте регулярные мероприятия, к которым могут присоединиться люди со стороны. То есть, помимо того, что ученик может привести друга или не привести, ему должно быть куда привести и почему привести. То есть какой-то классный отчетный концерт, классная демонстрашка, классный соревнование, классное что-то, на что прикольно посмотреть. Не только соревнования для своих, ну, как там школа гимнастики у моей дочери, например, постоянно делает. Соревнования, на которые приходят только свои, чтобы посоревноваться друг с другом. Но делать это зрелищным, прикольным, таким, чтобы всем остальным тоже было интересно дойти и посмотреть, как это все работает. Так. В целом, вот один только этот пункт гарантирует, что в персональном сопровождении люди устанавливают рекорд своей школы. Это для меня пункт номер ноль, рядом с миссией, со созданием миссии и пониманием того, что делает команда. Так что всем рекомендую. Дальше. Ошибка номер 8. У учеников нет цели на обучение. Они не знают, для чего ходят на занятия. Как только человек, неважно какого возраста, не знает, зачем он сюда приходит, у него тут же падает мотивация и пропадает инициатива. Предельно важно создание краткосрочных обучающих целей. Зачем я хожу на занятия сейчас? Вот сейчас я что пришел? Я хожу на карате постоять за себя. Ну, все понятно. Но именно сейчас, вот на этой неделе, я для чего прихожу-то? Чего я здесь добиваюсь? И вот это все ровно то, чем человек будет делиться с друзьями в социальных сетях, или если он еще пока юный, то просто на переменках в школе. Ровно вот это, значит, я записывал стартовый рилс про то, что один из моих людей в период с 5 по 15 января заработал в 5,5 раз больше денег, чем в ноябре. Вот, это ровно, мы сделали ровно вот это. Никакого сложного таргета, никаких сложных вообще штук. Внедрили просто вот эти краткосрочные обучающие цели. Они дали великолепный результат в его школе. Так, ошибка номер 9. Мечтать о чужом, а не развивать свое. Здесь я на примере танцевального сообщества максимально, ну, подробно мне знакомому показал. Танго слишком элитарно, кизомба слишком несмотрибельно, сальса вообще умерла, бачата слишком эротично, зук слишком особенный, свинговые джазовые танцы вообще какие-то такие. Ну, то есть мы каждый раз, когда находимся в чем-то своем, фокусируемся на том, что у нас что-то не так, и вместо этого я хочу вот другого, вот того. Да, как говорил Чацкий, где ж лучше, где нас нет. Вот это ровно вот об этом тема. По моим наблюдениям и моему опыту, побеждает тот, кто любит свое дело и не сомневается в нем. То есть спокойно делаете свое. Превращаете кажущиеся вам уязвимости в супердостоинство. То, что вам кажется, что супер особенный зуб, вообще говорите об этом как о эксклюзивной возможности позаниматься здесь у меня. Не забывайте о том, что новичкам вообще все равно, они не разбираются в специфике, ничего не понимают. Если мы говорим про парные танцы, то они приходят просто на танцы и вообще, ну и чаще всего учитель и тренер для новичков гораздо важнее, он играет намного большую роль, чем само по себе какое-то направление. Ну и, конечно, проверяйте размер аудитории по Wordstat'у. Иногда оказывается действительно, что просто людей, которым интересно то, что вы придумали, нет. Ну, я вот так продвигал клуб умного спорта.
бокс плюс задачки на развитие ума. И это было тяжело, потому что никто об этом ничего не знал. Мы придумали это сами, ну и, в общем, задвигаясь с погрехами. Вот. Но в любом случае помните, что хуже предубеждение против своего дела, только предубеждение против своего города. То именно в моем городе он такой маленький, он такой никакой, он такой особенный, что именно у меня-то ничего не получится. Ни разу с этим не сталкивался. В любых городах, маленьких, больших, каких угодно, все получится. Законы бизнеса вообще работают абсолютно одинаково. Самый маленький город, с которым я работал, ну, контактировал, это город в Луганской области, 70 тысяч человек. Вот прямо сейчас, осень 2022 года, маленький город в Луганской области. Я не брал с человека денег, потому что, ну, как бы, да черт его знает, что там происходит. Как я могу что-то гарантировать? И все там нормально. Так, и финальная, десятая ошибка, которую я выделил на английском. Прикольнее, когда написал, мне очень понравилось, как звучит на английском. One post, one hope. На русском один пост, одна надежда. То есть, когда мы сделали что-то одно, и дальше на это молимся, медитируем, ждем. То вот у меня есть там, вот от этого я сделал пост, запустил его в таргет, попросил у всех репостов, раскидал по чатам школ, и я жду, что у меня будет 100 заявок. Ну, точно так же. Неважно, на самом деле, это один пост в интернете или одна какая-нибудь акция в офлайне. То есть, когда мы рассчитываем на что-то одно, мы всегда предельно уязвимы. Никакой специалист, никакая рекламная технология, ничто не дает нам отклик в 100%. 65% – это вообще потолок, это верхний предел ожиданий. Выше него не бывает почти никогда. Соответственно, решение здесь самое главное в том, что мы перестраиваем мышление. Рекламная кампания должна состоять из не менее чем 3 касаний человека. По классике 7, но 7, понятно, в современном быстром мире обеспечить сложно. Поэтому, но хотя бы 3 раза мы каждого человека должны коснуться нашим предложением, поговорить с ним, показать ему то, чего мы хотим, и показать ему, ну, то есть, как бы с разных сторон рассказать ему про наш продукт. У меня в обучении мы используем формулу из 5 касаний, такой некий, ну, оптимальный формат сейчас, который много раз мы проверили, он дает очень хорошие результаты. Так, суммируем. 10 ошибок продвижения школы. Значит, можно делать скриншоты, можно писать. Скажите, пожалуйста, как вам? Наметили что-нибудь, что исправить у себя? Возвращаемся в диалог. Как вам вообще вот эта часть? Эти 10 ошибок. Дайте мне, пожалуйста, обратной связи. Насколько они для вас актуальны, заходят, насколько есть что исправить. Так. Работы очень много. Да, работы много. Ну, работы много, это ж как бы очень хорошо. Потому что ясно, что делать. Так. Пункт 7 и 10. Шикарно. Так. В общем, напишите мне, пожалуйста, по 10-бальной шкале, поставьте какую-нибудь оценочку, насколько вам это все зашло, насколько вы у себя это можете применить, хотя бы что-то для себя взяли, не взяли, как вам. Так, расскажите, пожалуйста, еще подробнее про краткосрочное цельное обучение. Веду группу по Лили Стайлу, Леди Стайлу. 10, 10, 10, 6, 7, 8, 7, 10, 10, 10, 10. Супер, спасибо большое. Только начинаю, еще не пробовал ничего, и я из набережных Челнов. Есть опыт с набережными Челнами. Десяточки, спасибо. Ну, то есть, я вижу, что даже на этом этапе вы получили результаты. Так, был вопрос про краткосрочные цели. Смотрите, Дарья, запомните его, я в конце разберу. Так, значит, результаты есть сейчас. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, готовы к тому? Мы двигаемся дальше. Идем, показываю вам системки. 8, так, ну... Да, отлично, Татьяна. Должна быть какая-то такая. Не только. Так, погнали дальше. Погнали, Александр, согласен с вашим. Значит, смотрите, когда мы говорим про школу, продвижение – это вообще не… Да, готово, плюс, супер, шикарно. Продвижение – это далеко не единственное, что вообще в школе есть.
То есть продвижение – это одна часть, как мы, ну, именно продвигаем. Но когда мы говорим про развитие бизнеса, у нас есть много всего. Значит, я собрал и другие эффекты, которые очень часто отмечают люди. То есть самые разные. Это как бы увеличение времени жизни учеников, про прибыль бизнеса уже поговорили, делегирование, количество свободного времени, стабильный приток старых учеников, системный подход к управлению, много свободного времени, новой энергии, новой движухи. То есть когда человек готов развиваться дальше. Мы же все, ну, не только этим хотим заниматься. Школы делают, как правило, творческие люди. Вот. Мы не очень хотим с утра до вечера ковыряться в табличках и помирать над одним делом, а постоянно хотим какого-то такого, ну, вот, развития шире. Значит, по итогам всей этой работы, широкой, разносторонней, у меня сформировалась система для управления и продвижения школы. Большая, то есть в ней много разных нюансов. Значит, в этой системе есть один уровень, это продвижение. Ну, продвижение, которое дает нам быстрые и понятные результаты. То есть по умолчанию сначала все равно хотят новых учеников и чего-то такого, роста денег. Вот. Дальше. Второй уровень – это управление. Это работа с командой, мотивация, делегирование, ну, понимание своей миссии, определение того, что мы делаем, и рост бизнеса через это. Рост бизнеса через миссию во всех моих кейсах дает сильно больше результат, чем использую рекламу. Вот. И, соответственно, третья часть – это работа с руководителем, с тем, как я руковожу, как я управляю другими людьми и как я управляю своей системой бизнеса. То есть я управляю люди, я управляю бизнес. Чуть-чуть разные. Каждый этот уровень – это курс на 4-5 недель, и продвижение стартует 23 января. Сейчас я приглашаю вас заглянуть внутрь системки, показать вам, как вообще это работает, как мы это выстраиваем и в чем же, собственно, состоит система. Так, поехали, двигаемся туда. Давайте. Мы с вами движемся бодро, динамично. Все сейчас отлично успеем. И пока никто не устал. Значит, мы двигаемся вот куда. Начинаем вообще продвижение с чего? С чего начинается? Продвижение начинается с вопроса, за что люди платят деньги. Итак, те, кто не был на предыдущем вебинаре прошлой неделе, напишите, пожалуйста, за что люди платят деньги. Вот для себя сейчас напишите. За что люди вам платят деньги. Дальше пошел чистый интерактив. Я буду вас очень много спрашивать, так что держите чаты наготове. Это прям важно. Вот то, что мы сейчас проходим, это вообще супер фундаментальный фундамент. Покажу вам ту же результаты, которые это приносит. За трансформацию ценности, за результаты состояния, за собственное развитие, за удовольствие. Ага. Значит, у меня это систематизировано как то, что люди платят деньги за свои результаты. То есть вот человек каждый платит за себя. Не за вас, не за красивые баннеры и классные слоганы. Не за место. Он платит за то, что он получает у вас. И чем вы можете ему помочь. Начинающие школы для вас недавно об этом записывал Рил Сочи. Посмотрите. Так, соответственно, чем школа должна управлять в первую очередь? Ну, здесь уже очевидно, что школа управляет в первую очередь результатами людей. То есть это главное, что мы должны выстроить в школе, чтобы человек, приходящий к нам, получал свои результаты. Результаты бывают разные. У кого-то результаты – это умения и навыки, у кого-то результаты – это эмоции, впечатления, у кого-то результаты – это достижение награды. Не так важно. Никакой из типов результатов не лучше и не хуже другого. Лучше, чтобы они все объединялись, но самое главное, чтобы человек свой результат осознавал, чтобы он всегда понимал, Дарья спрашивали про краткосрочные цели, вот это отсюда. Человек понимает, зачем он прямо сейчас ходит на занятия, зачем он эту неделю занимается, зачем он этот месяц занимается, зачем он вообще вот каждый раз на этапе, он понимает, чего он достигает. Неважно, в каком из типов этих, в умениях или там в эмоциях, или бьется за медальки. У каждой школы свое. Это как бы вы отражаетесь на результаты вашего бизнеса. Дальше. Итак, у нас получается, что на шаге 1 мы определяем продукт. То есть любое продвижение вообще бессмысленно стартовать, пока не определено то, что мы продвигаем. И мы, как вы помните, не продвигаем стандартное.
Соответственно, ваш продукт – это результаты ваших учеников. Не просто то, что человек видит в интернете, а это то, что именно ваши ученики получают в вашей школе. Перестраиваем обучение на формат конкретных результатов. Создаем курсы, тематические блоки, достижения, конкретики. Ну и снова, по моему опыту, программа обучающая, понятная и донесенная до человека правильным образом, удерживает учеников гораздо лучше рассылок, скидок, CRM, распродаж и всего вот этого того, что мы обычно можем делать. Так, в курсе мы, соответственно, разбираем конкретные формулы, как курсы продают себя сами. Ну, сейчас просто вот в общем рассказываю. Результаты этого видны мгновенно. Как только вы переводите, доносите до человека, что он здесь делает, зачем он сюда ходит. Вот у нас, неважно где, в школе, вон там 38 человек вместо привычных 10-15, в индивах, вот человек заработал 120 тысяч просто после первой консультации. Он, вот это надо показывать моим ученикам. Понял. Показал, все, заработало. Ну, то есть, именно из-за таких вот конкретных быстрых формул у нас получаются системные результаты. Значит, шаг 2. Создаем нашему продукту продающую, привлекательную упаковку. С одной стороны продающую, с другой стороны привлекательную, то есть эффективную. Так, чтобы она продавала. Так, чтобы это не просто классно выглядело, да, все здорово, ленточку повесили, очень красиво. Так, чтобы это еще бы и привлекало людей. Упаковываем свою уникальность, ну, определяем ее, упаковываем. Четко совершенно прописываем, определяем, зачем человек приходит на занятие к вам. За что он платит именно вам. Почему ему надо заплатить вам сейчас, а не просто когда-нибудь, когда прибьет, потому что, ну, будет круто. Устанавливаем адекватную цену и готовим план касаний по формуле. Снова у нас не одно касание, не один мегапост, не одна там мегаобзвон, а череда последовательных касаний человека. Наибольшие сдвиги тут имеет работа с ценой. Когда человек определяет цену на свои услуги, он гораздо лучше вообще понимает, что он делает. Работает на всех уровнях. Снова тут как бы показываю вам результаты, что сначала запуски удвоились, потом оказалось, что за один запуск можно зарабатывать столько же, сколько за месяц зарабатывали раньше. Так, спрашивали про онлайн-клуб по йоге. Вот слева результат онлайн-клуба по танцам, как раз женские танцы. Вот снова программа, вот программа. Результат программы, все просто удвоилось, ну, сейчас там улетело вообще куда-то там. Дальше, отдельная тема – это уверенность и группы. То есть очень часто у нас бывает такое, что группы не набираются, почему-то вроде мы набираем, а они не набираются. Основная проблема, которую я вижу, ну, по крайней мере, ко мне люди, которые с ней обращаются, как правило, имеют загвоздку в том, что они транслируют в свою рекламу не себя, транслируют кого-то еще, какие-то общие усредненные слова, к ним приходят ученики и чувствуют, что их обманули. Мне транслировали зажигательную сальсу, а передо мной глубокий, вдумчивый человек-преподаватель, который долго меня скрупулезно ведет по программе. То есть меня как будто бы обманули. Ну, нужно просто приглашать своих людей. Дальше, шаг 3. На третьем шаге мы определяем свои каналы и оффер. Никакого канала рекламы, никакого такого одной надежды. Всегда у нас сетка каналов. Я работаю с бесплатными. Как правило, все продвижение, вся реклама через бесплатные простые каналы. Упаковываем оффер под каждый канал, отслеживаем результаты, не теряем времени, масштабируем. То есть это прям туф-туф-туф-туф-туф такая работа, по которой мы штампуем, бах. Штампуем. Вот результаты. Рекордная выручка школы, плюс 60% на первом же запуске, там в августе. Вот. И, соответственно, новых людей стало некуда записывать, просто ну потому что уже все поехало. Мария, что такое оффер? Оффер – это предложение. Продающее предложение, которое мы несем всем. В интернет, или людям, или в словах. То есть мы рассказываем о том, что мы. Я не очень люблю английские слова, но иногда они оказываются короткими и лаконичными. Просто как бы оффер звучит короче, чем предложение. Только поэтому его использую. Вот. Соответственно, все эти результаты без таргета, без каких-то
турбо настроек. Все просто на людях, которые у вас вот люди, мы всегда, я работаю с людьми и, ну, как бы в своих системах учитываю работу с людьми, с вашими учениками. Так, четвертый шаг. Внедряем криптоадминистраторы преподавателям. Снова просто, чтобы никто не терялся. У нас нет людей, которые потеряны, про которых мы не знаем, что происходит. Администратор продает, учитель, преподаватель продает, но не через деньги. Продает через ценность занятий и через результаты людей, только через это, не через, ну там, купи абонемент, сходи к администратору, запишись. Тебе понравилось, как было на уроке, купи на 8, а лучше на полгода. Вот нет, нет, это в школу делать по моим ценностям просто нельзя. Ну и, соответственно, здесь тут же мы получаем, как только мы начинаем делать вот это касание школы эффективным, профессиональным, достигающим результата, школа, вот это взаимодействие, школа-ученик. Не просто, а когда мне прийти? Ну, во вторник. А, ну, хорошо, приду во вторник. А та-да-да-да-да, приди, получи вот это, вот приди за этим, получи вот это, будет такая группа вас записать или удобно в другой день, тут же получается кратный рост почти мгновенно случается только из-за этого. Ну, то есть здесь снова вон там Владимир Пенза, Дмитрий Пермь. Все на П, даже на П. Так, и, конечно, на пятом шаге любая система у нас завершается теми людьми, которые у нас уже были. Теми, кто к нам уже лоялен, тем, кому не надо ничего доказывать, кто все знает, кто мотивирован и приходит. Помните, что совершенно не важно, почему человек ушел. Важно, что мы сделали, чтобы его удержать, и сколько дали ему поводов вернуться. Про каждого ученика помните, что вернувшийся ученик – это плюс 10 абонементов. Да, вот он стоит, абонемент умножить на 10. Соответственно, мы можем ему что-то подарить, мы можем лишний 5 раз ему позвонить или отправить лишние 5 смс. Ничего страшного. Мы потратим лишние там 5, 50, 200 рублей, но заработаем плюс 10 абонементов. Это всегда окупается. Снова результаты. Хочешь в Вологде, человек вообще, во-первых, в школу делегировал, у него все заработало. Во-вторых, просто отказался от рекламы, стал, набрал новый набор без, вообще без вложений. Хочешь в Старом Осколе. 140 тысяч человек, 120 километров от фронта. Все это осень 22 года, вот сейчас. Да, не в какие-то благословенные времена, когда все классно, нет. Вот сейчас мы возвращаем ученика в переписках и такие хорошие результаты. Школа, город небольшой, школа небольшая, но тем не менее в 3 раза выросла. Вот как бы октябрь. Соответственно, ну да, только что внедряли в Краснодаре, вот, ну вот, вот время, дни прошли, в 2 филиала выручка школы в 5 раз выросла, ну то, о чем в Рилсе рассказывал. Так, итак, системка у нас вот такая, то, как она выросла, то, как она выглядит в общем виде. 5 пунктов. Когда мы сначала определяем продукт, дальше создаем ему классную, привлекательную и, что самое важное, продающую упаковку, определяемся с каналом продвижения и предложением. А вот еще что я офер решил писать, потому что было продвижение и предложение. Постоянно меня сбивало. Так, отрабатываем скрипты для администраторов и педагогов и запускаем процесс удержания учеников и возвращения старичков. Так, это вот суммировал для вас. Как с 10 ошибками, делайте скриншоты, если вам это нужно, если вам это ценно. Так, скажите мне, вам эта система вообще отзывается? Как она у вас отзванивает? Вот то, что я сейчас рассказывал, показывал. Эти 5 пунктов. Алексей, да. Супер. Иногда сложно в реализации. Логично, стройно, разумно. Да, логично, стройно. Так и есть. В целом, логично, стройно, разумно. Так, собственно, и выстраивал. Сложно в реализации. Ну, старый оскол. Мама с 2 детьми реализовала это для своей школы. Тут в целом, как бы... Я бы не могу сказать, что это прям просто вообще элементарно, вот ты там сейчас щелчком пальцев делаешь, и у тебя все получается. Просто это как бы требуется потратить какую-то работу, но все сложные моменты мы спокойно проходим. То есть тут, ну, я бы не сказал, что здесь, знаете, надо как-то подумать что-то такое. Потому что
Я вам так опишу сложно. Вот я был в аспирантуре в МГУ на химическом факультете. Нас было два аспиранта. Научный руководитель был мой отец. Я из аспирантуры радостно убежал, свинтил, а мой товарищ не убежал, и он уехал в дурку. Вот ему было сложно. Мы занимались капец сложными вещами. Вот это сложно. Здесь вообще ничего такого сложного не будет. Здесь мы прям едем на расслабоне. Вот я даже показал ракетка. Мы летим спокойно, вообще по накатанной, ну, без сложностей, все это движется вот так вот. И в этом нет, главное, что ракет. Ну, да. Смотрите, стартуем мы 23 января, и дальше у нас идет 5 недель. 5 недель такой вот последовательной, спокойной, мягкой, но тем не менее действующей трансформации. То есть, ну вот, человек 2 года думал, там, Лили здесь из Саратова, да, 2 года думал, как что делать. В итоге решилась, переехала в новое место, подняла цены, открыла новое направление, па-бам. Сейчас вот рассказывает, что у нее все там, рекордные новогодние вечеринки, бесчетное число людей, наконец-то свой зал, наконец-то своя территория, наконец-то вообще школа, о которой она давно хотела, давно про нее мечтала, но просто не знала, куда именно двинуться. Почему я говорю трансформация? Это сейчас немножко замыленное слово. Значит, для меня оно важно, потому что мы работаем с вами как с людьми. Каждому из вас мы отрабатываем личностно. То есть здесь не только про маркетинг, здесь про я даю вам рекомендации по продуктивному режиму дня, по питанию. У нас будут медитативные практики, будет внедрение именно с практики личного дневника, такой результативный. Мы не просто записываем выводы. Как бы вы четко отслеживаете и ведетесь вдоль курса. Значит, формат получается 2 раза в неделю по 1,5 часа. Понедельник и четверг мы занимаемся. В 10 утра МСК. Веду все сам, никаких предзаписанных лекций. Работаю с теми, кто пришел, или с теми, кто записался. Ну, то есть, вот, под вашу группу все подстраиваю. Кто не может присутствовать, смотрит в записи. Вся работа, все результаты в общей рабочей тетради. Можно вдохновляться, можно и нужно. Я всегда рекомендую вдохновляться об идее друг друга. И рабочая тетрадь гарантирует нам что? Что у вас остаются ваши результаты. Вы не просто на выходе остались с мешком каких-то видосов, домашек и чего-то такого, знаете, вот бру, как бы я обогатился еще на 10 гигабайт. Ну, отлично, да? Вы обогащаетесь на рабочую тетрадь с идеями вас и ваших коллег. То есть это прям классно работает. Что важно здесь? Курс часто окупается еще до завершения. Вот наш Александр Манеев в прошлый раз присутствовал, в этот раз я его в регистрации не видел. Ну, соответственно, отзыв 18 сентября, курс завершился 9, что ли, сентября, ну, когда-то, или даже примерно, ну, в общем, он там примерно 15 сентября он завершился, и спустя 3 дня человек пишет, что вот деньги, которые я заплатил за обучение, многократно окупились. Ну, то есть результаты получаются быстрые. Это все из того, что я знаю по современному интернету, по современному предложению для школы. Единственный курс для руководителей именно в школу. Не нужно ничего адаптировать, никаких американских учебников, ничего каких-то странных. У нас все гарантированно получают обратную связь. Каждый. То есть никаких у меня кураторов нет. Те, кто зашел, со всеми мы отрабатываем, всем я даю обратку. Ну, надо только задание вовремя делать. Иначе просто не успею. На сложные вопросы записываю отдельные видео. Значит, курс основан на реальной практике. Лидеры рынка в 2022 году, мне кажется, со всеми я отработал. Все получилось хорошо, все работает. Инструменты только проверенные. Никаких, опять же, теорий, что должно работать. Подстройка под ваши данности и крутая рабочая атмосфера в чате. То есть у нас прям чат такой, он небольшой, в нем только вы, но вы при этом каждый из вас является самостоятельным руководителем и делится своими идеями, обогащая все сообщество. Все это прям такое, отдельная бомба. Значит, работает система. Я работал с малыми городами, работал с большими Москвой, работал с Европой, ну, с Молдавской Европой, с Казахстаном, с Россией, везде. Тут как бы малые города большие, опытный руководитель, начинающий, не имеет значения. Начинающий проходит такую, мы это называем, инициация в предпринимательство, когда человек делает первые шаги и как бы
совершает намного меньше ошибок, прям не делает кучу того, чего делать не надо. Так, как часто провожу этот курс? В следующий раз буду проводить, не знаю когда. Честно вам скажу, у меня система вот так достраивается, достраивается, достраивается. Вот увидите результат 2022 года. Ну, раньше апреля точно не будет. Наверное, ну, раньше мая, июня даже не случится. Так, тарифы у меня. Про и ментор. Нет никаких тарифов с обратной связью, без обратной связи. Все тарифы с обратной связью. Ну, никаких таких, ну, вот, типа, знаете, как это бывает. Кто-то просто приходит, слушатель. Нет никаких просто слушателей. Вы приходите, делаете домашки, я с вами отрабатываю ваши результаты, вам каким угодно образом комментирую. Значит, про стоит примерно как 10 абонементов в средней школе танцев России. Ну, усредненно. Где-то дешевле, где-то дороже. Соответственно, у меня тут к вам вопрос. Как вы думаете, вот если мы с вами 5 недель плотно отработаем, сможете ли вы продать 10 новых абонементов? Вот 10. Да, не 55, не 180, а хотя бы 10. Как вам? Вот ощущаете себя в силах, что вот если вы сейчас что-то такое делаете, какая-то программа, ну да, она длится 5 недель. Не очень быстро, но зато она такая плавная и мягкая, такая, знаете, наваливается, как лавина. Поглощает вас, увлекает, и дальше уже пути назад нет. Дальше уже получается, что тут там развились, то тут, то вот здесь, прям получается космос. Мне кажется, что 10 абонементов – это вообще, ну, более чем реально. Потому что честно, даже не знаю. Ну, я не знаю. 10 абонементов – это 2 в неделю. Это примерно, как если вы продадите один новый и вернете одного старичка в неделю. Я не был никогда таких слабых результатов, но вообще-то это реально. Вообще-то это прям предельно реально. Значит, у нас в менторстве, у нас получается, что мы добавляем персональные консультации. Каждый из них стоит просто по 12 тысяч. В сумме это стоит, ну, в сумме только консультации получают стоимостью 60 тысяч. Здесь очень много личной работы. То есть здесь вы мало того, что по деньгам выигрываете в два раза, считайте. У вас здесь очень много личной работы именно с вами, плюс с отдельным специалистом по развитию вас. Будет прям глубокое погружение. Много людей туда не беру. Сейчас осталось 3 или 4 места. Посмотрите, если готовы к такому, то оно прям очень хорошо заходит. Значит, вот, на ракете полетим, 100%. То, что я могу сделать сейчас для понижения цены, я могу сделать, ну вот, скидки до первой цены по 5000 рублей. У меня нет какой-то системы из серии, знаете, когда там. Я показываю вам цены, мой курс стоит 300, а потом... Ладно, для вас сегодня 100, ладно, вы были такими милыми, так классно реагировали на мои сообщения в чате, поэтому для вас 5. Нет, так у меня нет, у меня это единственный курс, который такой существует, я его ценю, мне важен в нем каждый человек. То есть мне важны те, с кем мы идем, так, чтобы у них была здоровая оценка себя и своих результатов. На курсе будем очень много говорить про цену, про деньги, про то, что цена – это всегда готовность и вас дать результат, и ваших учеников его взять. Персональная консультация, приложил тот отзыв буквально вчерашний. Вот это вчера, вот прям сегодня 20-е, 19-го, какой месяц у нас? Январь. 19 января, то есть за 6 лет развития человек прям круто двинулся за одну консультацию. То есть консультация – это как бы штука ценная. Она дает вот такие эффекты людям, поэтому ей не стоит пренебрегать. Она прям часто огонь. Вот. Ну и максимум, что могу сейчас сделать, это дать рассрочку. Там рассрочка в 2 платежа. Один в начале, один на середине курса. Первый взнос получается 15 тысяч рублей для тарифа Pro, ну для тарифа Ментора, соответственно, 27 500. Вот. С этим двигаемся. Так что, если вы готовы присоединиться к сообществу лидеров, прокачать свою школу сейчас, обрести энергию, зарядиться вообще вот этими энергией, движим стабильными результатами, то я вас приглашаю. Как Сергей говорил, на ракете. На ракете приглашаю стартовать в свое радостное будущее, потому что, ну, эти штуки работают. Все, кому это интересно, пишите, иду на курс,
в ВК в бот, в телегу. Мы с вами все это пройдем место у окна. Без проблем, у иллюминатора, кондиционером и шампанским. Пожалуйста, пожалуйста, приходите. Так, ну что, сейчас я отвечаю на вопросы и выдаю вам технику по отзывам. С чего начать? Готов разобрать ваши вопросы по вашим кейсам, по вашим школам, все подсказать, рассказать, либо готов начать с отзывов. Как лучше, как скажете, что вам больше приглянулось. Или можем с вами просто попрощаться, пойти в этот классный четверг и просто поработать. Потому что работы много. Вы, я уверен, записали себе массу идей. И мы с ними будем сейчас, можно их уже внедрять. Так, техника отзывов, пожалуйста, Мария. Пожалуйста, давайте отзывы. Хорошо. Значит, смотрите, как то, что мы делали, то, что я уже внедрял в кучу школ, и это точно работает. Мы даем людям, проводим, ну, на любом ближайшем классном событии, которое мы делаем в школе, мы анонсируем, что у нас будет викторина. Викторина по вашим отзывам. Оставляйте ваши отзывы, пишите их в любые чаты, пишите их на карты, оставляйте с оценочками, мы их будем распечатывать, вырезать на бумажке, закручивать и кидать в барабан. Соответственно, чем больше отзывов вы напишете, тем выше ваша возможность выиграть. В этой викторине мы делаем классные ценные призы, то есть настоящие, за которые интересно бороться, и их обязательно должно быть несколько. То есть это не один, не все борются за годовой абонемент. Это там сколько-то, 5, ну, в зависимости от численности вашей школы, просто прикиньте так, чтобы человек, который, как, конечно, мы все с вами живем в мире, в котором мы не выигрываем в лотереях, не выигрываем в викторинах. Ну, лотереи и викторины придуманы таким образом, чтобы мы в них не выиграли. Вот нужно дать человеку именно вот такую штучку, то как бы, что он может выиграть. Если у вас 100 учеников, то у вас там есть, например, 10-15 призов. Призы не обязательно делать суперценными, но они должны быть осязаемыми. Типа 30 минут индива, абонемент не на 8 занятий, а на 2, на 3. Подарочный абонемент на небольшое количество занятий. 5 таких абонементов разыгрываем. 5 индивов по 30 минут, 1 индив по часу, там 1 индив на 8 занятий, пары без лимитов. Ну, то есть набираем такой вот призовой фонд, чтобы людям было интересно бороться. Дальше. Мы даем им ссылки на то, где мы хотим, чтобы они оставили отзывы. Классическая схема – это Яндекс.Карты, Google-карты, на этот самый Zoom, DoubleGIS, были еще в некоторых городах работают отзывик.ком и irecommend.com, такие сайты. То есть мы набираем базу сайтов, где нас в городе ищут, где про нас в городе читают. Платно платить DoubleGIS-у или Zoom или кому угодно не надо ни в коем случае, это не работает. Это все дутое продвижение, дутые цифры. Но оформить там карточку, вести ее и наполнять ее живыми отзывами очень нужно. Соответственно, даем людям примерно 2 недели на написание вот таких отзывов. То есть человек может написать один, а может написать 5-6. Пожалуйста, сколько хочет, столько пишет. Мы распечатываем, вырезаем, закидываем в барабан. По моему опыту, в среднем каждый человек пишет больше 2 отзывов. То есть кто-то 1, а кто-то 5. Ну, в среднем 2,2, 2,3 отзыва люди оставляют. В разных совершенно местах. И вот у вас пара раз в год. Мы делали на Новый год и на начало лета, 1 июня. Большие вечеринки, большой движ. И вот к этому движу у нас всегда викторина, всегда праздник. Мы входим в лето в праздники, мы входим в Новый год в праздники. Так что после Нового года у нас гарантированно было много людей, которые вернутся просто по подарочным абонементам, наполнят собой школу, мы их сфотографируем, всех покажем и скажем, возвращайтесь на занятия тоже, смотрите, у нас уже толпа. Вот. Так что пользуйтесь на здоровье. Так, дальше. Теперь читаю ваши вопросы. Ну, если есть вопросы по этой технике, тоже пишите, конечно, все отвечу. Переходим к вашим вопросам. Как относитесь к наружной рекламе школы танцев, экраны, баннеры? Нормально отношусь, если с ней правильно работать. Наружную рекламу можно отслеживать ее эффективность, просто это непросто, и часто эти затраты не окупаются. То есть, ну, по на шкале
эффективности наружной рекламы не в топ-10, 100%. Это часто имиджевая составляющая, статусная, когда мы делаем вывеску большую, классную на центральной улице города. Там в Екатеринбурге я такие видел, в Москве такие видел, когда вот школа танц, ну, смотрится шикарно. Тогда да, вы входите в сообщество предпринимателей города и говорите, вот у меня школа танц, вот, и человек говорит, да, у вас большое, ну, на здании есть ваше место, большое, классное. Вот. Но в целом, конечно, лучше делать что-то более, ну, если вы это делаете на экранах, вот на экранах, например, часто делают, значит, здесь главная штука в том, чтобы вы сделали свой отдельный под эту рекламу номер телефона или отдельную ссылку на QR-код, в общем, что-то отдельное, чтобы вы могли четко замерить эффективность вот именно этой акции, именно вот этого экрана. Либо у вас звонки на отдельную симку, сколько их было, либо у вас переходы на отдельную страницу, сколько конкретно их было. И лучше всего, конечно, проверять, типа сначала взять на 3 дня, а потом только на месяц, на, не знаю, на полгода, на сколько угодно. Так, чтобы за первые дни вы проверили, вообще звонят, вообще по этой теме переходят, кто-нибудь обращается, кто-нибудь кликает, кто-нибудь интересно есть. И если нет, то спокойно как бы это все отметали. Дальше, ответьте, пожалуйста, про конкретный результат. Это, получается, нужно план прописывать на 2-6 месяцев, когда, или лучше запустить короткие, допустим, месячные курсы. Дарья, курсы стандартной длительности хорошо работают от полутора до 3 месяцев. Короткие курсы месяц плохи тем, что нам нужно каждый раз вовлекать людей очень слишком часто, заморачивать их продажей. То есть мы каждый месяц должны продавать им новый курс. Это неудобно. Ну, в первую очередь нам тратит много сил, и человек это устает. За год ему 12 раз что-то продают. Ну, усредняем через лет 10. Все равно, как бы это многовато. Лучше, как бы, чтобы курсы были, но курсы при этом могут быть разной длительности. И, что важно для взрослых школ, курсы могут и лучше бы, чтобы курсы велись разными преподавателями. То есть не группа прикипает к одному имени и фамилии и с ним идет, как только имя, фамилия не в настроении или уходит куда-то в свое плавание, в другую школу, что угодно с ним происходит, уезжает в отпуск. Вся группа такая, пум, не знает, что делать. У нас обязательно люди проходят разные пути, разных преподавателей, у разных преподавателей учатся разному и прикипают к школе, к делу, которому, к вашему делу, к вашему бизнесу, а не к харизме конкретного человека. Так. Егор Косолап, УГУМС. Применили розыгрыш за отзывы на новогодней вечеринке. Кстати, Google и Zoom, он проблемы. Ну, слушайте, я не знаю, в чем проблемы, но можем разобрать отдельно. А, Егор Косолапов, ну, Егор, напиши мне просто, что случилось. Без проблем разберем. Так, Татьяна Хмелина. Все здорово, хорошо. Так, вот ты написал. У Zoom нет как такой возможности живой отзыв оставить. Google игнорит отзывы. Яндекс долго проверяет. Только дубль ГИС нормально шустро выставлял отзывы учеников. Ну, слушайте, Яндекс точно проверяет по-разному. По-разному. Где-то долго, где-то за там, пару дней выходит. Zoom раньше был. Но Zoom, кстати, тоже есть не во всех городах, не во всех. Смысл этих отзывов не в том, что есть известный сайт, а в том, что его результаты выдаются в поисковиках. Если по вашему городу в поисковике выдаются результаты и отзывы через Zoom, все хорошо делать. Если нет, ну, значит, не нужен он вам. Вот. Странно. Раньше в Zoom не было. Вот недавно мы с Zoom вообще работали летом. И там что-то такое люди тоже делали, говорили, что все нормально. Так, благодарю, Алексей. Продуктивно и познавательно. Спасибо, что кратко и по делу. Да, кратко это прям я взял себе на вооружение. Так, Олеся, расскажите, пожалуйста, про акцию «Приведи друга». О, Олеся, смотрите как. По акции «Приведи друга» у меня есть отдельная памятка. И я, знаете что, я на каком-нибудь ближайшем вебинаре про нее просто отдельно подробно расскажу. Почему я так сделаю? Объясню вам. Значит, акция «Приведи друга» является такой золотой классикой маркетинга, который использовались точно еще, не знаю, в цивилизации древнего Шумера. Ну, то есть это 100% всегда работает. Другое дело, что надо учесть кучу маленьких нюансов. То есть, ну вот сколько-то их есть, их надо все просто внимательно доработать. И это лучше объяснять подробно, потому что когда просто говоришь вот так вот, типа, доделай, приведи друга, все будет круто. Человек идет и говорит, эй, мои ученики, приведите друзей. И ничего не работает после этого. Никто не приводит друзей, потому что, ну, как бы через эй и эгегей работает никак.
Поэтому мы устроим отдельное мероприятие, или я видос запишу минуток на 15. Просто мы там подробно пропишем, может, даже воркшоп просто сделаем такой, чтобы вы у себя конкретно это реализовали, и вам было бы легче, хорошо? Так, конкурс репостов тоже работает как викторина отзывов. И как работает «Приведи друга». Так, Александр, конкурс репостов работает на взрослую аудиторию, а на детскую аудиторию работает не очень. Ну и тоже, репосты сейчас почти не дают охвата. Значит, на взрослую аудиторию работает вот как. Когда у вас есть живое сообщество, большое вот вашей темы, и все друг у друга в друзьях. То есть, ну, например, все танцоры друг у друга в друзьях, все ходят на вечеринки, случилось какое-то новое событие, не все о нем узнали, и те, кто узнал, просто репостят к себе, и те, кто не узнал, из ближайшего круга, вот так вот узнают. То есть случается такое вот переопыление быстрое. Это работает очень хорошо. А если такого живого сообщества нет, ну, у вас школа карате для детей, то есть ваши родители не состоят в друзьях, в близких друзьях друг у друга кучей, то вам эти репосты особо ничего не дадут. Гораздо лучше делать вот что. Просить людей в своей социальной сети написать отзыв о том, какие результаты получает ребенок в вашей школе и как родитель видит эти результаты ребенка в жизни ребенка. То есть не так важно, что маленький человек научился там делать 100 отжиманий или там стоять в планке 5 минут. Не это важно. Важно, что родитель сам пишет для родителей, что, друзья, мой сын стал дисциплинирован, у него появилась воля, он ходит на занятия вовлеченный, ему интересно, классно, у него оценки в школе улучшились, ну и так далее, что-то для себя. Там здоровье часто улучшается. Ну и вообще у него там от карате чуть не постоянно воля, мне кажется, растет. Ну то есть как бы, чтобы родители именно вот об этом формулировали: ребенок для жизни. Потому что, ну как бы, не все же хотят, чтобы по голове человека били, что-то еще. Вот. А когда ты видишь, что растет и другое тоже, и физуха, и укрепление организма туда-сюда, то вот это другим родителям как раз очень важно. Так, Ирина, про наружку поняла. Александр, «Приведи друга» рассказал. Скоро что-нибудь запишу про это, сделаем. Так, спасибо большое за курсы, поняла, буду внедрять. Пробовали запускать акцию «Сдай абонемент в другую школу танцев» и получи скидку. Негативно отношусь. Ну, вообще негативно отношусь, Ирина, к таким акциям. В моем опыте такого нет. Вот. К любым вопросам такой конкуренции отношусь негативно, потому что для меня она недобросовестная. Гораздо лучше то, что мы снова делали много раз. Мы внедряли курсы содержания, проводили их по формуле упаковки, так чтобы курсы становились продающими, классными, привлекательными. И дальше школа начинает конкурировать контентом. То есть дальше школа начинает, человек-ученик становится не я адепт вот этой школы, вот этому учителю, я не могу бросить учителя, тра-ля-ля, вот эта вся нездоровая совершенно тема. Человек говорит, что так, я развиваюсь как у вас танцы, да? Я развиваюсь как танцор. Или не танцы, ну в общем, про танцоров расскажу, неважно вообще про кого. Да я хожу вот в эту школу взять там, не знаю, базовый шаг. А вот в эту школу взять техники вращения, а вот в эту школу закачаться музыкальностью, а в четвертую школу взять ритмику, взять там пластику, взять туда, взять сюда. Ну, то есть человек начинает быть самостоятельной единицей принятия решений. У него есть осознанный рост в своем деле, и он через дело, через контент начинает развиваться и смотреть, что, где он может взять. И вот эти штуки работают великолепно. Гораздо, гораздо эффективнее, чем, ну, сдай абонемент, зачем это нужно? Да и вам это дорого. Ну, то есть, в общем, так, описал. Дальше. Есть смысл делать скидки 50% на абонемент в секцию второго ребенка в семье? Нет смысла делать скидки никогда. Ну, скидки это, ну, скидки вам ничего не приносят. В школах скидки вообще, ну, как бы, вот школам, обучающему бизнесу, образовательному, скидки всегда вредят. Потому что у человека появляется иллюзия, что знание может стоить дешево, что ценность можно продать за бесценок. Это заблуждение, это неверно, это максимально вредит вам самим же. То есть вы можете дать дополнительные занятия, можете сделать там, не знаю, что-нибудь допом, можете сделать абонементы для многодетных не на 8, а на 10, на 12, как скажете. Но
Работайте с ценой аккуратно, чтобы люди никогда не платили меньше. Потому что иначе там один ребенок заболел, второй ребенок не заболел, поэтому теперь мне нужно снова заплатить дорого, а я не хочу. Я всегда плачу столько же, просто ну, плюс-минус столько же. Просто количество занятий могу получать разное. Ну ничего страшного. То есть вот в таких системах удобно прорабатывать. Исключение многодетные семьи. Вот когда есть там типа 4-5 ребенков, тогда ну, лучше просто договориться с людьми, поговорить с родителями лично, поговорить там, что им удобно, как вот к ним лучше логично отнестись. Ну, потому что просто 4-5 детей у тебя куда-то ходят, это какие-то сумасшедшие деньги сейчас начинают вылетать на развитие. Поэтому тут надо, ну, внимательно. Это снова окупается любовью родителей, любовью детей, и когда там весь клан ходит к вам, это всегда очень хорошо. Так, низкоквалифицированные конкуренты начали конкретно демпинговать. Как относиться к этому? У них сейчас идет приток клиентов. Никак не относиться. Относитесь как к белому шуму. Значит, я работал с... Ну, прикольно, да, в резюме пунктик. Я работал с директором компании Google Россия. Смотрите, Google и Яндекс позиционируют себя так. Яндекс 65% рынка, Google 30% рынка. Яндекс 60% рынка, Google 35% рынка. Яндекс 55% рынка, Google 40% рынка. То есть чувствуете, да, никогда не 100. Всегда остается 5%, которые кто-то занимает. Поиск Mail.ru, Rambler, поисковая система WebAlta, поисковая система, что там, Спутник. Короче, кто-то всегда есть. Вы никогда не получите 100%. Всегда будут те, кто клюнул на скидку, кто клюнул на какой-то демпинг, кто куда-то ушел. Вообще ровно к этому относитесь. Ушли и ушли, ничего страшного. Ну там, туда придут, отлично, там разогрели рынок. Чем больше людей в вашем городе узнают про карате, тем вам лучше. Как только та школа закроется, потому что ну, с демпинговыми ценами ты долго-то не проживешь. Демпинг не может быть вечным. Даже если вы федеральный, что я работал с фитнесом, федеральная сеть заходит в малые города, предлагая абонементы по цене 2990 рублей в год. Федеральная фитнес-сеть, вот, как бы, за год, за 3000 получить год фитнеса. Без всяких там сложных оговорок, просто прям год фитнеса. Вот. И даже у них ничего, ну, как бы, сначала все испугались, а потом ничего не случилось. Работал с танцами над конкурентами. Снова там заходили какие-то сети в город. С танцами ситуация такая. Человек пришел в панике, говорит, что у меня 2,5 преподавателя, и вот сейчас ко мне заходит вот такая франшиза. Через работу с его личной ценностью, с его личным внутренним стержнем, вот с личностью человека, вот с ним самим, через его уверенность в том, что он дает классное дело, классную штуку, и вот он создает свою школу, и именно это суперценно, мы через 3 месяца получили результат в том, что по его направлению, ну вот, его направлению танца, у него 15 преподавателей, а во всех остальных школах танца города это направление закрылось. Потому что все преподы перешли к нему. Поэтому ни секунды не думайте о том, сколько у кого что стоит, сколько там у Васечкина дешевле, у Петечкина там какие-то абонементы, у Катечкина что-то там еще. Вообще как бы игнорируйте. Фокусируйтесь на себе, своем деле и том, что вы делаете. Железобетонно работает и дает результат. Так, Ольга Горти. О, здрасте, Ольга. Ко мне пришли запросы на пластику. Сделала курс, собрала маленькую группу. Пришла женщина с индивидуальной коллегией. Сказала, давно наблюдает, ну, шикарно. Приведи друга и получи скидку. Не надо получать скидку. Приведи друга и получи 3 занятия в подарок. Причем тут скидка? Я об этом и говорю. Есть много маленьких нюансов, которые работают странно. Их надо учесть в акции «Приведи друга». Вот это ровно вот такие нюансы. Приведи друга и получи скидку, друг тоже получит скидку. Но ему не нужна скидка, он не хочет на ваши занятия, он ничего про них не знает. Зачем ему скидка? Ну, будет на 20, там, с 500 рублей первого занятия вы спросите ему 20%, станет ему 400 рублей. Ну, обалдеть. Большая ли скидка 20%? Да. Мотивирует ли она человека прийти на танцы первый раз в жизни? Нет. Вот все, вот ровно вот такие штучки нужно, видите, внимательно, ну, дошлифовать. Слушайте, Ольга, Горти, а раз вы здесь, напишите-ка про отзыв работы с Сусанной. Ну, пока я слушаю новые вопросы, жду их в чате. Смотрите, у меня здесь в презентации есть
Вот такой вот пунктик. Вот такой вот пунктик, он маленький, незаметный. Вот такая вот штучка. Сессия со специалистом по диагностике личности. Не очень понятно звучит, а вот у нас Ольга раньше занималась, и у нее есть как раз опыт работы с этим человеком. Ольга, только не очень долго. Просто напишите, как вам, ну, в двух словах, чтобы люди увидели. Так, значит, кажется, на все вопросы я ответил. Если есть еще вопросы, давайте разберем ваши ситуации, разберем, ну, что скажете, то и разберем. Ждем Ольгу, если она еще здесь и не отключилась. Надеюсь, что она здесь. Снова поделится с вами конкретным наблюдением. Потому что то, как растет, ну, вот растет человек, как он развивается в этой наставнической программе, это, конечно, прям мне, я доволен. Доволен результатами. Ну, вот и здесь отзыв от Елены вчера. И Мария с Антоном тоже, кажется, хорошо позанимались симпозом вчера. Так, подаренные занятия за «приведи друга», потом оплачивать же тренеру. Это же расходы, как и подаренные, это тоже расходы, как и подаренная скидка. Ну, смотрите, вы что угодно, когда отходите от базовой цены, вы дарите скидку. Ну, то есть вы как-то теряете деньги. Ну, вам что-то надо оплачивать. Вы как-то деньгами вовлекаете в подарочные занятия, в подарочные скидки, во что угодно. Но речь здесь не об этом, а о том, что человек у вас прозанимается дольше и проплатит вам дольше. И то, что человека дополнительно мотивирует. Готовая штучка, видите, там вот есть готовое занятие, фиксированное. Человека мотивирует больше, чем скидка 5%, 10%, ну сколько угодно процентов, которые нужно еще посчитать, вычесть, оценить в том, что так, а это вообще, ну вот я за 200 рублей что делаю, это прикольно или это не прикольно. А вот когда есть готовый подарочек, вот это классно. Снова есть исключение про Черную пятницу. С Черной пятницей разбираемся отдельно. Кстати, в курсе тоже разбираемся с Черной пятницей. То есть Черная пятница отдельная тема. Там у нас скидки делаются перед новой ценой. То есть мы повышаем цены перед новой ценой. Получается скидка со старой цены. И вот эту выгоду показываем людям. Так, вы же с начинающими преподавателями работаете. Я работаю с любыми преподавателями. Начинающими, продолжающими. Я работаю с IT-стартапом, я работаю с руководителями отдельных компаний. Так, лучше всего просто запишитесь, мы с вами созвонимся и поговорим о том, что у вас как. Всегда, где я не могу помочь, я просто так и говорю. Я здесь некомпетентен или вам не нужна моя помощь. Вы спокойно идете развиваться сами или к другим специалистам. У меня здесь предельно четкий кодекс. Прям я в этом плане воспитан в очень жестких системах. То, что не мое, то не мое. Мне как бы трепетно отношусь к вопросам кармы. Вот, Сергей, Алексей. О, смотрите, отзыв от Ольги. Прочитайте, пожалуйста, на работу с Усанной. Посмотрите, что это такое. Алексей, я уже один платеж отправил, я все равно с вами. Но мне интересно, например, курс 20 человек. Какого процента из курса роста и развития? Сколько человек уходит на второй этап для рук ваших курсов? Не понял. Курс 20 человек. Какого процента из курса рост и развитие? А, из курса, который... Нет, курс, смотри, я раньше вел 12 человек. Это, ну, как бы, я гарантирую людям обратную связь. Я беру тех, кому гарантирую, что я вот, ну, дам обратную связь. Раньше я набирал не больше 12. Рост и развитие у всех, у 100%. Вот, другое дело, что у кого-то быстрое, у кого-то медленное. Но тут, как бы, нет тех, кто, знаете, такой вышел, говорит, ничего не изменилось. Нет тех, кто не купил курс. Есть те, кто не рискнули пойти дальше, поэтому получили небольшое развитие, а немного. Ну, есть те, кто зашел беременный и не сказал мне об этом. Ну, как бы, бывают ситуации. Дальше. А сколько человек уходит на второй этап для руководителей курса? Так, я раньше вел курс на одного уровня. 5 недель у меня было. Вот 5 недель, потом я пробовал 3 недели, потом снова превратил в 5 недель. Сейчас я понял, что как бы получается слишком много информации, скомканно в 5 недель запихивается. Поэтому я его разбил на 2 разных этапа. Один этап – это работа с продвижением. Второй этап – это работа с управлением. Третий этап – работа с руководителями тренинга. Его я не проводил сейчас ни разу.
но я вижу, как я его могу провести и начну проводить весной этого года. Вот, соответственно, просто, ну, разные темы. Ну, то есть, это все развивается, ну, вот, вживую. Так, похоже, я пойду на курс. Мария, рад вам. Материал, вот, да, Ольга проходила курс длительности, я уж не помню, 3 или 4 недели. 4, кажется. Ну да. Справку от врача нет. Я смотрю на вас лучше. Ваши справки, Сергей. Это как бы не сомневаюсь, все нормально. Фото с разницей в месяц показывает, как внешне становишься другим. Ну, прям там меняется, меняется. Это не только маркетинг у нас будет, не только. Так, Серый Пабло написал, стоит ли давать скидку при возвращении старых учеников, которые давно ходили и бросили, или это нужно упаковать как-то иначе? Это нужно упаковать как-то иначе. Не нужно давать, ну, что вам эта скидка-то даст? Но человек уже знает, сколько чего стоит, он уже вас любит. Подарите ему вечеринку. Вы же про танцы, Пабло. Подарите ему что-то классное. Подарите ему все вечеринки месяца в подарок. Подарите ему пол индива в подарок. Подарите ему какое-нибудь персональное сопровождение. Ну, найдите, что подарить ему. Не дарите, ну зачем вам скидка? В целом, если, ну, как бы, если это не сложно, если типа, у вас абонент стоит 3200, и вы можете продать ему за 2900, ну окей. Ну, то есть, как бы, 2900 сильно более комфортная цена, чем 3200. Файн. Закачиваем, работает. Делайте так. Но в целом, отвыкайте, пожалуйста, от скидок. На скидках вы теряете много денег. Так, я вот сделаю вебинар про скидки, пожалуй, разберу прям... чуть не следующий. Через неделю делаем вебинар про скидки? Скажите мне. Мне там уже нечего будет. Курс уже стартует, мне нечего будет вам продавать, что-то такое вас убеждать. А вот, ну, как бы, то, как работает вообще со скидками, с ценами. Так, хорошо. Делаем про скидки. Ладно. Договорились. Через неделю поговорим об этом. Ой, как раз у меня. Давно пора систематизировать материал. Все боятся этих вебинаров, думают, что как бы, здесь что-то такое ужасное. Я просто структурирую все, что у меня есть, и вот, ну, мне это полезно для организации контента. Так, и про «Приведи друга». Давайте, скидки и «Приведи друга». Да, Дарья, спасибо вам за то, что запомнили. Я тоже не забуду теперь. Скидки не делать, Сергей, скидки не делайте. Не хотите – не делайте. Я не хочу, чтобы вы делали скидки, вы их не делаете. Так, ну что же, друзья, мне кажется, пора нам завершать. Тем более, 11:25, вам сейчас пришло уведомление ВКонтакте, посмотрите его. А, как выжить в секции в летние месяцы? О, об этом я записал 2 поста в своей группе ВКонтакте. Нет, он пришел, просто я его не увидел. Я его, точнее, забыл про него, простите. Пролетел у меня в чате. Значит, в летний месяц я написал 2 классных поста. Они есть в Инстаграме и ВКонтакте. Поищите, пожалуйста, внизу, с них все начинается. У меня там было «Как в школе танцев пережить лето». Они очень хорошие. Это вот я писал по прям вот работе. Вот ко мне приходили в школу и говорили, мы работаем, нам капец. Мы с ними начинали вводить эти программы антикризисные. Единственное, что там, конечно, взрослые школы. То есть там были школы для взрослых, поэтому я все писал для школы для взрослых. Для детей есть своя специфика, но она в первую очередь в том, что вы типа в июле делаете какой-нибудь летний выезд. В июне делаете лагерь для тех, кто у вас раньше не занимался. Просто городской лагерь. Проводите интенсивы. В августе делаете какие-нибудь тоже предварительные сборы. Ну, то есть вы переупаковываете формат. Отказывайтесь от мысли, что у вас есть дети, которые будут ходить к вам 12 месяцев в году. Так не будет. Это невозможно. Они уедут. Отпустите их с миром. Но помещение-то стоит, школа стоит, и вот в это время надо спокойно набирать себе других людей. С кем мы об этом говорили? С кем-то мы об этом, кажется, Сергей, с вами же об этом на созвоне говорили. Помните, что есть школа, например, Todos, которая за сохранение места в группе требует с родителей оплату летних месяцев. То есть человек платит, когда занятий нет, за то, что просто ребенок сохранил место в коллективе. Так тоже работает. Ну,
Мне это кажется немножко бесчеловечным, но как бы это работает. Когда мы говорим про развитие бизнеса, надо эмоции отключать и спокойно поработать. Про лето не со мной. Ну, то, значит, с Александром мы это обсуждали. Ну, слушайте, про лето вообще. Ближе к лету отдельный вебинар проведем. Про лето. И почитайте посты, они хорошие. Прям в них классно. Там, по-моему, их 3. И снова. Они классные не потому, что я решил, что они классные, и так решил себя похвалить. Потому что я получил много обратной связи с благодарностью за них. Потому что спасибо, было очень хорошо, было полезно. То есть люди это внедряют, и у людей это работает. И я это внедрял, я писал ровно то, что я делаю вот с кем-то из клиентов, и вот ровно это я описывал для вас. Так что посмотрите. ВКонтакте. Лучше ВКонтакте, там как-то в Инстаграме надо в 2000 символов уложиться. Это для меня не очень просто. А ВКонтакте прям хорошо работает. Там все подробно. Так, значит, через неделю встречаемся на скидке и приведи друга. Если есть пожелания по контенту, пишите. С удовольствием запишу для вас пост, видео, подкаст, вебинар, что угодно. Проявите активность, то, чего вам не хватает. Я для вас это сделаю. Мне кажется, все. Да? На курс жду всех, кто дозрел, всех, кто ощущает, что за ближайшие 5 недель плотной работы со мной он сможет привести себе 10 новых абонементов. Ну, это как минимум. Вот. Всех жду, всем рад, со всеми готов встретиться. Так, презентацию завершаю. Олеся, как часто запускается курс? Ну, смотрите как, не часто. Ну, точно не часто. Там скоро, в ближайший раз будет не скоро. Будет, сейчас закончится продвижение, дальше будет управление, потом будет для руководителей, потом будет продвижение. То есть, видите, у меня это такая тема, я в нее вкладываюсь, сколько-то человек, я со всеми лично работаю, поэтому я не могу вести 2-3 курса параллельно, и я не веду курс вида, предзаписанной лекции. То есть я ориентируюсь на тех людей, которые ко мне пришли. У меня есть там, Вы пришли вот такие, вы для меня являетесь отражением меня. Раз уж вы отражаете меня, я из вас тоже получаю то, что вы мне приносите, и работаю с вами. Я свою работу люблю, ценю. У меня нет здесь каких-то, таких, надо выйти на миллиарды, чтобы у тебя было 500, 700, 900 тысяч учеников. Нет. Я рад прокачивать вас, давать результаты лично вам, как людям. Поэтому запускаю не часто. Скоро не случится. Если хотите успеть, лучше успеть сейчас. Да, и спокойно дальше двигаться. Ну что же, коллеги, спасибо вам большое за это утро, за это время. До встречи на просторах. Посмотрите, пожалуйста, ВКонтакте, там и материалы, и там у нас... ВКонтакте у нас и материалы, и ВКонтакте у нас все в общениях. От ВКонтакта вам присылал сообщение из бота с подтверждением. Помните про подарочки. Если сегодня записываетесь, вы получаете, видите, не скидку, скидку тоже небольшую, просто первая цена. И подарок, персональную консультацию. Все. Всем до встречи.